Здравствуйте, дорогие зрители! Вы неоднократно слышали у нас на канале о том, что мы кушаем вот такой овощ топинамбур. Его еще называют земляная груша. Это очень полезный овощ. Почитайте о нем в интернете. Очень много витаминов в нем и так далее. Много свойств. Мы его обычно варим в всяких блюдах, добавляем салаты из него, делаем и так далее. Но недавно мы нашли такой рецепт, когда топинамбур становится очень вкусным, и его можно прям... В общем, сейчас вы посмотрите, какой он у нас вкусняшка. Я прям взяла специально Боречку, потому что когда он увидел топинамбур, он прям такой: давай, я думаю, вот сейчас надо вам и показать, как у нас дети любят этот топинамбур. Что нужно сделать? Нужно нарезать топинамбур вот такими вот кусочками. Я люблю потолще, муж у меня любит потоньше. Наоборот, я потоньше, муж потолще. Дальше нам нужно взять соевый соус, которым вы пользуетесь. Мы пользуемся вот этим, потому что он натуральный. То есть здесь нету ешек разных. Наливаем в емкость, которая, ну, такая маленькая. Это у нас самая маленькая просто, которая есть. Ребята там тоже на заднем плане. Ну, подходите тоже, скажите. На заднем плане стоят: мамочка, она. Да, смотрите, наливаем. И что делаем? Берем кусочек. Кстати, расскажите, вкусно вам? Да. Да. Вот. Берем кусочек. Много не съешь. Просто ты очень много, видно, макал. Чуть-чуть обмакиваем, что оно скапало. Покажи, пожалуйста, сколько нужно обмакнуть на кусочек. Боря тоже вмакивает. Что половинка кусочка просто смочена. Полностью свежий. Угу. Получается, что зимой мы получаем витамины. Как? К чему мы его вообще едим? Вот мы насыпаем какую-то крупу или суп, например, едим. Кто-то лук делает, а мы топинамбур. Топинамбур, две чашечки на столе поставили, каждый макает, и это все дело кушает. Садись. Красота. У нас, кстати, все. У нас его много, мы даже собакам варим его тоже. Да. Как источник витаминов. Кушай, кушай. В двух руках уже, в одной и в другой. Я тоже хочу, народ. Присоединяйся. К нам присоединился старший сынуля. Дочка просто еще не поняла, что у нас топинамбур есть. Просто чтобы вы понимали, что это реально вкусно. Дети едят топинамбур. Вы понимаете? Топинамбур имеет нейтральный вкус. Ну такой вот он, ну реально нейтральный. Кто-то говорил, что он сладкий. Нет, он не сладкий. Он не такой, как груша. Он просто нейтральный. Он подходит в любые салаты, не чавкая. Он подходит в любые блюда вареные, в супы я его много бросаю. То есть в любые блюда, потому что нейтральный. Он как кабачок. Имеет нейтральный вкус. Ну и вот мы ему придумали вот такое применение. Очень вкусно, очень классно. Да. В общем, надеемся, что наш этот, ну, рецептом его назвать не назовешь. Но, в принципе, это рецептик был полезен. Аккуратненько, по очереди, и не ссоримся. Все, сейчас он будем целый кушать. Кусок, да. В рот запихнул еще. Так, ты вот это слушай. Да. Надеемся, что вам рецептик был полезен. Будем на этом видео заканчивать. Кто-то уже доел, кто-то еще доедает. Пока-пока, до новых видео, до новых, как это сказать, советиков, вкусняшек, готовки вкусных блюд и так далее.